500 миллионов долларов в качестве займа получит казахстанское правительство и фонд предпринимательства «Даму» от Азиатского банка развития. Сегодня было подписано соответствующее соглашение. Средства выделяются сроком на 5 лет и будут предоставляться в виде кредитов малому и среднему бизнесу через банки второго уровня под 14% годовых. Предполагается, что минимум 40% средств должны быть размещены вне Астаны и Алматы. Как отмечают Министерство экономического развития и торговли, ограничений по отраслям не будет. Но все же преимущества есть у тех, чьи проекты соответствуют приоритетам дорожной карты бизнеса 2020. Еще одно новшество в том, что кредиты будут выдаваться исключительно в тенге. Первое правило финансирования – займы нужно брать в той валюте, в которой вы получаете выручку. Большинство казахстанских предпринимателей сектора малого и среднего бизнеса хотели бы иметь именно тенговые кредиты для того, чтобы не иметь больше никаких валютных рисков.